Проложить небольшую дорожку из плитки, высадить цветы, создать декоративный водоем. Продемонстрировать свои способности в озеленении клумб, оформлении сада решили щелковские школьники. 10 ребят приняли участие в региональном чемпионате WorldSkills Russia среди юниоров. Всем им предстояло выполнить интересные задания, проявить свои творческие таланты и знания в области ландшафтного дизайна. Состязания проходили в подразделении номер 6 Щелковского колледжа на улице Сиреневая. Все участники чемпионата еще школьники, но назвать их дилетантами в ландшафтном дизайне нельзя, потому как ребята занимаются по программе «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья». Приходят раз в неделю на занятия в Щелковский колледж, а чемпионат WorldSkills стал возможностью показать свое мастерство. Не секрет, что правильный выбор профессии может стать той самой путевкой в жизнь, отсюда и название программы. Рассчитана она на раннее профориентирование школьников. Ребята признаются, посещать занятия им нравится. Кто-то только начинает познавать основы ландшафтного дизайна, а кто-то занимается уже не первый год. В принципе, мне хочется связать свою жизнь с дизайном, потому что мне нравится рисовать. Мне хочется, в принципе, делать все вокруг красивее, ну, все окружающее. Бывает иногда сложно. Для того, чтобы показать, что ты можешь, нужно долго тренироваться, как я уже второй курс тут. Я прошел долгий путь, уже считается как 2 года, это уже второй курс. И это уже мое второе мероприятие важное, которое... я буду проходить. Сегодня порядка 50 ребят посещают занятия в Щелковском колледже. Некоторые уже достигли высоких результатов в области ландшафтного дизайна. В прошлом году у нас школьники нашего городского округа вышли не только на региональный чемпионат, но и победили в национальном чемпионате WorldSkills Junior, тоже по компетенции ландшафтный дизайн. На программу «Путевка в жизнь» принимают школьники с 8 класса, и таким образом получается ранняя профориентация. К выпуску они приобретают уже профессии, сдают квалификационный экзамен. Ребята сосредоточены и увлеченно выполняют свою работу. Программа чемпионата рассчитана на 3 дня. В целом на выполнение заданий отводится 12 часов. За это время школьникам, которые работают по парам, необходимо создать фрагмент малого сада. Следят за работой эксперты чемпионата. Само задание, оно включает в себя фрагмент сада с размером 3 на 3 метра. Вы видите ограничения по ниткам у ряда команд. Есть уже так называемый сборный полный модуль. Он чуть дальше находится в угловом коробе, как демонстрационный. И здесь представлено большое количество модулей. Вы видите подпорные стенки, элементы мощения. Будет вытянутая форма водоема. Уже само участие в чемпионате – маленькая победа. Каждый из ребят получит сертификат, а победителям выпадет возможность представить регион на национальных состязаниях. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.